Գների իջեցում, սառնարանների եւ սարսարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս. Такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать. Решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов, и это очень важно. И вот на самом деле это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшие условия для дальнейшего развития. Поэтому я вас действительно искренне с этим поздравляю. Надеюсь, что мы сможем сегодня и вот так вот формально и уже неформально за обедом, за рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашего решения. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте прежде всего еще раз выразить мои соболезнования по поводу крушения самолета на Камчатке и выразить сочувствие всем семьям всех погибших и близким. Спасибо за приглашение и поздравления. Это действительно очень важный повод обсудить все вопросы наших отношений. В текущем году это уже наша третья встреча здесь, и это, по-моему, выражает динамику отношений между нашими странами. Но, к сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня 44-дневной войне. И должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем на Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу с вами делиться оценками, почему и мнениями, почему и как это происходит. И еще и не очень стабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. И хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. И я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы. До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен еще полностью вопрос военнопленных. Хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей, потому что несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину. И я хочу подчеркнуть вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину. Должен сказать, что есть кое-какие хорошие новости в сфере экономики. Я надеюсь, что вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД. И я должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. И это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. Должен сказать, что в текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после ковидного года. И
хочу поблагодарить еще вас и за поддержку в доставках вакцины «Спутник Ви» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. И, слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению. Это очень, тоже очень хорошая новость. И сегодня я надеюсь, что мы успеем обсудить все вопросы наших двусторонних отношений и сверить часы после выборов и перед новым этапом в жизни нашей страны. Отлично. Наш вице-премьер Иварчук был у вас недавно, да. Да, он мне подробно доложил сегодня. В целом, мне кажется, консультации идут нормально между там, ведомствами. Да.